у них просто за то, что вы зашли и сделали 20-23 дамага, вы забираете себе магический куб. Просто за 2000, не будем жесткие, да? Вот это вообще, это жесть. Элитного пропуска больше не будет. Как можно было на зарубежке получить магический куб 1 января? И на что его можно было обменять? Это просто самая лучшая информация, которую вы вообще могли слышать. Сегодня хочу вам рассказать про новый боях пас. Я это все изучил ради вас, чтобы вам все рассказать, как это все можно получить и действительно это ли выгодно. Давайте мы начнем, но перед этим всех поздравляю с Новым годом. Обязательно нажимайте на лайк, в комментах поздравляйте других людей, мне кажется, это будет очень классно. И начинаем с боях пас. Что же тут вообще есть? Вы слышали то, что я сказал в начале видосика, то, что элитного пропуска больше не будет. Это действительно так, и мы заходим в объявление «Память элитного пропуска». Что же здесь есть? Написано: «Поскольку элитного пропуска больше не будет, мы хотим подарить вам незабываемое воспоминание об элитном пропуске. Пожалуйста, нажмите на ссылку, тыры-пыры, туда-сюда, мы заходим вот сюда». Так, загрузка идет. It's been 1158 days. То есть, короче, я 1500 дней провел в элитном пропуске. И я выполнил 5700 миссий. Вы в комментах напишите, сколько миссий выполнили вы. Вот. В принципе, больше ничего. Обидно, что не показали такой видосик какой-нибудь там жесткий, да? Вот это вообще, это жесть. Сакура. В общем, выгодно это или нет? В боях пропуска. Я это все изучил, что я понял. Я не понимаю, как люди фармят, откуда у них уже тут по 1000. Это вообще жесть. То есть это настолько донат жесткий, что это просто жесть. Если чекнуть по региону, уже 3000 у челиков, это писец, если честно. Это очень много. Как я понял, в принципе, у вас есть задание. Чем отличается вообще элитный пропуск и боях пропуск? Чем отличается, сейчас вам расскажу. Получается, первое отличается чем? Смотрите, здесь в боях пропуске вы за каждый новый уровень получаете награду. Дальше у вас число, частота повторяющих сундуков, каждый левел меняется. Также тут получается, если покупаете премиум плюс, а здесь, как вы знаете, есть несколько типов этих вот боях пропуска. Это есть премиум, есть премиум плюс. Обычный стоит 300 алмазов, а уже с плюсом там 800 алмазов. То есть вы раньше покупали пропуск за 400 алмазов, вы, в принципе, могли получить награды спустя там 5 там медалей проходит, и вы получаете здесь же. За каждый левел вы получаете какую-то награду. И здесь число завершений — это 150 левел. Все. У нас же, когда был пропуск, нужно было 225 набить. Даже здесь уровень покупки есть, потом получение и подарок. То есть ты можешь помочь своему другану, я так понимаю, апнуть этот боях пропуск. Насчет этого, это очень, мне кажется, такое себе, потому что люди смогут другим донатить, и он будет выходить в топ. Понимаете, в чем прикол? То есть, если я понимаю, что если тебе чел может дать опыт, соответственно, может сюда на изи залететь, потому что челики будут тебе тупо отдавать опыт, так понимаю, да? Вот. Дальше у меня 101 левел. Я не буду дальше пока прокачиваться, в принципе. Потом, как получится по ситуации, мы будем действовать. В общем, и все, как бы, касаемо этого пропуска, вот так вот. Но тут можно очень долго пока рассказывать, потому что здесь есть и миссии, вот эти, да? Здесь, как можно заметить, опыт, даже скины выдаются. Но если мы посмотрим вот так, то реально каждый левел, награда какая-то идет, да? И каждый пятый идет сундук. Каждый пятый идет сундук, понимаете? Из этого сундука выпадает прокачка жетонов. Эти жетоны мы можем тратить для того, чтобы этот скин кастомизировать. То есть мы можем ему придать свой цвет, да? То есть, смотрите, можно обычный, потом желтый и разноцветный. И также специальные эффекты. Также, естественно, можно ящик покупать. Давайте мы для видосика
Вот я куплю 2. Чисто просто рандом 2 куплю. Офигеть, я 5-ку забрал. И все. Это, мне кажется, вообще, кстати, легко. Разблокируем. Все, у меня какой-то эффект есть. У меня есть какой-то эффект. То есть, соответственно, вот здесь где-то у меня должен быть эффект. Вот. Дальше. Дальше, что я хочу сказать. Я со своей топовой лучшей гильдии, мы апнули 4 ляма ОС. Это просто жесть. Как мы смогли так жестко апнуться, я просто не представляю. 4 ляма ОС, это вообще жесть. Пацаны, кто в моей гильдии, вы вообще лучшие. Я в шоке с вас. Честно, я в шоке с вас. Сейчас онлайн 6, потому что все спят. Ну, сегодня 1 января, я записываю для вас видос. Для вас, понимаете? Мои дорогие подписчики. Поэтому цените это. Что еще можно сказать? Я когда зашел в магазин, смотрите, здесь у нас есть за 750 уровень. За 700. Мне кажется, это очень много, если честно. То есть, ну я могу сейчас купить, и я могу просто не прокачивать. Потому что у меня уже прокачка будет куплена, понимаете? Но разве это интересно? Я хочу пройти весь пропуск, да, который останется там мне. И понять вообще, имба не имба. И потом советовать вам покупать. Или не советовать, понимаете? Вот, давайте мы посмотрим касаемо того, что можно получить на зарубежке за вход. Я не понимаю, почему, кстати, нам не дали в этом году магический куб. Но если посудить честно, то нам и так дофига дали, ну, очень много всего бесплатно. Например, даже вот этот вот скин, потом вот эта вот коса, потом здесь, допустим, сковородка, скин на байк, скин на еще эту... доску, еще тачка, потом здесь будет еще одна тачка. То есть прикиньте, сколько всего мы получили бесплатно. Поэтому я думаю, то что даже если нам не дали, то и пофиг. Но я должен вам показать то, что там было. Так, смотрите, получается, здесь у них тоже в боях, и вот он, Merry Xmas. Прикиньте, как у них называется, Merry Christmas вообще-то, как бы. Ну, в общем, у них просто за то, что вы зашли и сделали 20-23 дамага, вы забираете себе магический куб. Просто за 2000 дамага забирай себе магический куб, и куда его можно потратить? Офигеть. Здесь как минимум 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 скинов. 12 скинов, которые можно получить бесплатно. Это, кстати, у нас это... был, по-моему, алмазный джекпот у нас на регионе. Дальше, вот, вот эта имба. Вот прикиньте, вот это можно получить бесплатно на зарубежке за просто за дамаг. Почему нам такое не дали, не понимаю. Почему нам не дали вот магический куб вот так вот жестко, типа. Мне кажется, ну это было бы вообще жестко, типа. Если бы такое дали, это вообще было бы. Но чел выбрал вот этот вот данк. Такой вот челик. Ну я бы забрал бы вот этот, наверное, скин. Не вот этот, вот этот сейчас покажу. Да не могу показать, я им... Во! Мишка, блин, сидит прикольный. И... Чё еще тут есть? Ну, у них вот тут вот элитный пропуск он получал. И потом обменивал на персонажей. И все, прикиньте, больше, блин, больше не будет элитного пропуска. Это жесть. Так что вот так вот как-то, ребят. Больше не будет элитного пропуска. Пишите свое мнение в комментах, как вам новый боях пас. Поздравляйте всех обязательно. И как вы думаете, почему нам не дали магический куб? И вообще, как вы к этому относитесь? Все, комментарии для вас под этим видео. Всем огромное спасибо. Увидимся уже завтра.